И мы продолжаем нашу работу с замечательной презентацией Ильи Федоровича, которая нас всех загрузит сейчас. Потому что уже первый слайд, который вы видите, вызывает... Я честно думаю, что это просто со мной что-то не знаю. А Илья Федорович решил нас всех удивить с первого слайда. Федорович, пожалуйста, на слово. Да я не собирался удивлять вообще-то, в принципе. Шокировать. А то, что мы живем в нынешнее время, это мы живем стоя на голове. Причем эта голова еще не наша, оказывается. Может быть, чужая голова. И в этом заключается как раз парадокс нашего времени. Потому что мы жертвы прошлого. Судя по той реакции, которая была в предыдущих обсуждениях, такие состоявшиеся жертвы. Вот. И в принципе, наверное, с нами сыграла злую шутку сама наша переходная жизнь, переходная экономика, когнитивная экономика. Что, скажем, когда я соединяю прошлое обсуждение с будущим, когда 80% присутствующих высказалось, что сейчас живут лучше, ну так я, вы знаете, я могу ответить это просто. В 98 году, когда США стали бомбить Югославию, и в 99-м в Беларуси была заработная плата $47, ровно столько, сколько было в Югославии. Я тогда комментировал и писал, так, обращая внимание нашего руководства, но я это понял президенту, что с такими доходами, как в Югославии, мы тоже получим подарок в виде, так сказать, хороших томагавков. Потому что, а что люди будут защищать из $47 зарплаты? И белорусскому президенту, в то время правительство, как всегда, успешно работающий, принесла ему очередные направления развития страны, и там была цифра. Тут уже мне пришлось разгуляться с фантазией дальше некуда. Была цифра, что к 2000 году зарплата вырастет в стране на 2%. И вот тут я говорю, ну хорошо, сейчас пускай 50%. И тогда, товарищ президент, идите в аудиторию, я с вами пойду к студентам и скажу, в следующем году будет прирост 2%. Значит, будет уже не 50%, а 51%. И вы им скажете, что через 50 лет у вас будет $100 зарплаты. Если кто-то из них останется в Беларуси, то его считать непременным успехом. И тогда возникло это, вы говорили, что Лукашенко этот документ правительства, он бросил куда-то в угол там, ну, и не бил при этом, этого не было, конечно. Но это все сразу похоронили. И возник тогда стереотип, что долларов зарплата. Помните было? $100 зарплата. Да, а теперь... Вы это начали, да? Но понимаете, пройти мимо такой чудесной, так сказать, работы правительства, которая обещает на 2% повысить за год зарплату с $47 до $48, там, 50-51, ну понимаете, но это надо быть таким ленивым ученым, чтобы мимо этого пройти. Или очень грубые ему надо выйти. Да нет, все хорошо, все хорошо, все хорошо. А как? А как вот детям сказать? Вот дети растут, как скажешь? Как скажешь? Вася, у тебя в следующем году, ты заканчиваешь университет, тебе будет $51 зарплата. Через год будет $52 зарплата. Товарищ президент, мы вас поддерживаем. Да? Нам так надо думать. Это точно так же, как сейчас в России с пенсионной реформой. Вообще, более, так сказать, шизанутой идеи я еще не видел. Почему? Потому что, начиная с 91 года, начал сотрудничество со Всемирным банком. Это было великолепное время. Это было великолепно, потому что таких денег я больше нигде не получал. Абсолютно. Такой возможности пить кофе и участвовать в фуршетах я тоже не имел. Общаться, так сказать, с вице-директорами Всемирного банка и говорить, о, это хорошая идея. Они говорят, мы сейчас делаем новый проект по Киргизии. У нас очень хорошие отношения, это было в 90-е годы, с Киргизстаном. Там очень демократичный, очень прогрессивный президент. Аскар Акаев, он физик, учился в Петербурге, стал академиком.
И вы знаете, как у нас хорошо складываются отношения с ними? Мы приезжаем в Киргизстан, а президент Акаев говорит: вы приносите любой ваш меморандум, документ, я только меняю шапку, ставлю это в президентский указ, мы подписываем, и все будет работать. А что было дальше? А дальше во Всемирном банке через 3 года, когда мы там общались, дискутировали, решили создать, это уже внутренний был юмор, создать комиссию по разоблачению преступлений Всемирного банка в Киргизстане. Это так, на первую очередь. Потому что там все сломали абсолютно. Абсолютно все. Поэтому, так сказать, как говорит Ярослав, он это подчеркнул, но китайцы никогда не пользовались ни советами, ни деньгами Всемирного банка. Японцы никогда не пользовались. Сингапур никогда не пользовался. Почему? Почему? Потому что не соответствует национальным интересам. Ну, вы прямо как про национальные интересы, как министр обороны. Так она еще говорит, знаете как? Они вот у нас тоже Министерство обороны пишет иногда документы, концепты безопасности и прочее. И там работают молодые полковники, они веселые ребята. Я тоже читаю документ национальной концепции безопасности, и там противодействие эвентуальным угрозам Беларуси. Но все, я предлагаю. Что такое эвентуальные угрозы Беларуси? Расшифруют. Да. Все. Да, но это же знаете, такой подскок интеллектуальный, да? И министр обороны был у нас такой, человек неплохой, он даже защитил социологическую диссертацию. Министр обороны стал социологом, получил степень кандидата социологических наук, что, конечно, очень здорово помогло национальной белорусской армии, обороны и прочее. Вот. Поэтому, как говорю, геополитика и геоэкономика сплошные глюки. Абсолютно это нормально, потому что сейчас мы живем в период такого цивилизационного разлома. То есть от той промышленной капиталистической цивилизации, которая была все время, капитализм, который пришел в классическом виде, экономика капитала, свободная конкуренция, рынок и прочее, мы переходим к некоему новому качеству, это уже не будет экономика такая углеводородная, это не будет экономика капитала, это не будет экономика капитала. Это будет экономика совокупного человеческого интеллекта. То есть вообще там понятие рынок труда можно зачеркивать. Это вчерашний день. Это только лишь могут рассуждать люди, которые остановились в своем развитии на уровне 1929 года. Да? Примерно. И, собственно, здесь как раз появляются вот такие новые срезы, совершенно новые стратегические определенности, которые мы должны понять, если поймем, то в общем-то их как-то используют или не используют. Кстати, ничего можно не использовать. Что будет не такое? В принципе, это будет напоминать ситуацию с производством пепси-колы где-то в советское время. В советское время американцы нам какие-то санкции по поводу чего-то предъявили там. А у нас построили заводы по производству пепси-колы, но наши хозяйственники были такие ребята настоящие, они этого порошка пепси-колы завезли, там еще где-то 25 лет. Эти санкции были, у нас порошка навалом, воды добавили, пили, ничего не получилось, собственно. Поэтому санкции прилетели мимо. Кстати, по поводу санкций, самый сильный аргумент — Всемирная торговая организация. Санкции. Всемирная торговая организация, она упорядочена движение капитала, движение особенно товаров. И, кстати, ее создали, это было GATT, это было General Agreement. Создали Всемирную торговую организацию еще после военных лечений, для того, чтобы обеспечить свободное движение товаров из бывших колоний, то есть для стран третьего мира, чтобы они могли проводить, экспортировать, потому что они все оказались зендами, в принципе, да? А потом, когда уже это все произошло, и где-то там, ну там, какие-то лет, может, 5-7 назад, с американцами, с моими коллегами дискутировали, они на собственную голову создали все, что китайцы нас дали товарами, а мы не можем там, что готовить. Но в
ВТО есть, санкции против России есть. Значит, это вот ВТО и санкции против России. Я это не понимаю, что такое? Это уже свободное движение товара. Так? А Россия еще вводит эмбарго, ответные меры. В России вводит, а Белоруссия не присоединяется ни к санкциям, ни к эмбарго. Вот. И делает вид, вообще, делает вид, что это понятие союзное государство, есть такое понятие, 2 апреля, 1 апреля немножко было неудобно делать, как-то слишком уж намек в том, а вот 2 апреля сделали вот день союзного государства, и я нахожусь за рубежом, меня спрашивают, а вот как там Беларусь, там вот вся, американцы принимают санкции, европейцы присоединяются, даже там любимые вами там сербы, болгары или еще. Вот. А как же, вот Беларусь находится в союзном государстве с Россией, но она не присоединяется к эмбарго. Мы сделали вид, что вообще не наши это где-то вот. Где-то вот там, это вот это все. А мы будем все завозить, привозить, ну что это? Какая-то стратегия развития. Итак, значит, что происходит? Меняется цивилизационный, собственно говоря, весь уклад. То есть мы идем к экономике, даже не к экономике, мы идем к состоянию такого общества, где главный источник, источник и богатства, и источник силы еще, является совокупный человеческий капитал. Вы знаете, вот если исходить из того, что было при живом капитализме сейчас, или вот я буду спорить, аргументировать, то экономика в 19 веке 90% всей энергии, которая использовалась в странах капитализма, это была энергия человека и животных. 90%. То есть вообще-то, кстати, тогда, да, это было понятно, что капитал является самой возрастающей стоимостью, является светлым будущим человечества. Да? Потом, когда это все стало развиваться, и классический капитализм стал расти дальше, возникло высоко механизированное производство, то мы все обнаружили. Не хочу говорить мы, но ученые обнаружили. Но у нас была дискуссия, мы говорили, что мы считали, у нас наши люди считали, я считаю, тоже обнаружили, что человек может тратить энергии, то есть человек, его ресурс рассчитан, человеческий ресурс, энергетический, если он в производстве находится, это энергия психическая, физическая и прочее, то каков лимит этой энергии? Как вы думаете? У нас, кстати, платят за то, что труд тяжелый. Вот я знаю многих наших политиков, они обсуждали, что там тяжелый труд. Там труд тяжелый, надо высокую зарплату платить. Там труд тяжелый, понимаешь? Там надо выкопать что-то. Там труд тяжелый. Вот тяжелый труд будет платить много. Так оказывается, что средняя интенсивность труда, если мы исходим вот из этих параметров человеческой, в общем-то, природы, его внутренней энергетики, то человек не может тратить больше энергии, чем, скажем, та энергия, которая выделяется при ходьбе со скоростью 5 км в час. То есть вот вы, предприниматель, наняли 6 мальчиков, 12 девочек и поставили к станкам, там они вам пилят, строгают и прочее. Но что такое затраты энергии со скоростью движения 5 км в час? Сколько человек потратит энергии за 8 часов? Как вы думаете, сколько? 42 000. То есть вы, вот можете представить, вы нанимаете работника и сразу посчитали, что он где-то за 8 часов должен потратить энергии, как пройти 40 километров. Друзья мои, попробуйте пройти за 8 часов 40 километров. Я на вас посмотрю, что я могу. Один день пройдете, да, второй день вы не пройдете, третий день вы будете лежать. Поэтому технологически все, так сказать, чисто цивилизационно этот путь уже не светит. Это дорога по традиционному пути использования рынка труда, как чувствую говорить, труда. Меняется сама, так сказать, природа труда. Сейчас интеллект – это главный источник, он абсолютно ничем не ограничен. Он, правда, никому не нужен. Пока. Кроме кого? Кому нужен интеллект? Себе? Ну вот да, это красиво, так сказать, очень успешно украшает. Это, в общем, ну вот,
где-то на днях закрытым указом Путина было присвоено звание Героя России «Киндер-сюрприз». Знаете «Киндер-сюрприз»? Кириенко, да. Которого поставили провели, так сказать, там... Который дефолт. Да. Финансовый кризис провели, он бедный так ничего не понял, что с ним было. И за что дали еще нескольким инженерам, дали звание Героя России. За успешные выборы. Нет, ему дали за проект, за создание ракеты с ядерным двигателем. Ну я тоже, ну какие ребята молодцы. А потом, так как я служил в ВВС, то меня всегда интересовало, а что и как это будет летать? И сколько эта ракета будет летать с ядерным двигателем? Оказалось, 24 часа, не больше. И вот представьте, запусти на 24 часа будет летать, а потом упадет. Да? Вот. Но за 24 часа что там может произойти, это уже другое дело. Но вопрос, конечно, все-таки сводится к тому, какие мы будем с вами через там, 3-5 лет и так далее. И что будет происходить с нашими ценностями, а на мой взгляд ценности являются исходной категорией того, что представляет собой наше общество, либо голландское общество, либо общество в Намибии, либо в моей любимой Свазиленде, или еще есть очень хорошая страна, она полностью напоминает Беларусь, это Зимбабве. Это великолепная страна, и когда я читаю какие-то репортажи о том, что развивается сотрудничество с Зимбабве, и там директор трактного завода говорит, что мы сейчас пошлем нашу делегацию в Зимбабве, продавать трактора белорусские, ну, какие молодцы. А потом мне пишут, мои, так сказать, там читатели, Дмитриевич, продали там еще один двигатель, продали один трактор. Ну, хорошо, хоть что-то продали, если что не могло быть, да? Так вот, то, что касается вот взгляда со стороны международных организаций. Я просто взял последний листинг, так сказать, документов, которые он принимал, обсуждал, вот 1% населения владеет 46% мирового богатства, но мировое богатство воспринимается как вещественно-материальный финансовый объем. На самом деле это все тоже где-то вчерашний день, вот, потому что богатство – это наш интеллект. Все, это, так сказать, номер один. Если вы считаете иначе, то, пожалуйста, можете считать. А здоровье? Это вот ошибка русских ученых. Когда они стали говорить о экономике человеческого капитала, то они сразу впендюрили вот в образование, но это не только образование. Образование просто дает, так сказать, некое исходное, я бы сказал, субстанциональное содержание вот этого интегрального интеллекта. Так? Они туда включили и здоровье. Здоровье там, зачем это? Зачем это здоровье? Ну, конечно, хорошая вещь, это важная вещь, там где-то у нас появились какие-то, они или в России, комментаторы, что России сейчас живут 72 года средняя продолжительность, а потом в соответствии с указом президента России будет 78 лет. Так сказать, вот. Ну, тоже здорово все. Так, смотрите, какие проблемы. 15 миллионов девушек выходят замуж моложе 18 лет. Почему, Ярослав, почему это не обсуждаем, так сказать, вот, да? Каждые 2 секунды это спать. Давайте подробно обсудим. Почему? Вот. Потом перемещается. То есть, вообще, в принципе, если мы пойдем по этому пути, по листингу тех проблем и тех точек, которые рисует международное сообщество, то мы превратимся где-то в обозревателя белорусских новостей. Да так, потому что тут все, обо всем говорится, о том, что дамы в духе международных практик и прочее, прочее. Вот. Вот это вот мне понравилось, понимаете? Вот международная организация вот обратила внимание, что женщинам не позволяется владеть производственными активами. У меня идет капитализм. Ярослав, вот что такое сторонник капитализма, если не позволяет женщинам владеть производственными активами? Их подталкивают к использованию интеллекта. Это только вы лично. Я так понял, что после развода вы этим занимаетесь.
Я не могу не отреагировать. Вообще-то, наверное, так и есть. Потому что интеллект женщины – это будущее богатство семьи. Да, нации. А если его нету, то, понимаете, там... Это полпартии, и там на сцене сидели руководители там обкома, там лидеры обкома. И я говорю: Андрюша, давай поиграем в такую игру. Вот кем бы этот человек был бы в условиях США? И там сидит такая женщина, она была из Министерства образования, говорит: Надя, ну, наверное, такой проститутка, моя родная. Ну, да, молодец. А этот кто? И так далее. То есть вообще, если посмотреть, то... А вы обратите внимание, портреты, вот раньше были члены Политбюро, какие благородные лица, седина, какие, так сказать, там костюмы, как они выглядели, как они какие-нибудь были одухотворенные. Когда в Беларусь пришла президентская власть, то мой коллега, он такой довольно большой руководитель был в науке, говорит: Федорович, зашел здание президентской администрации. Говорю: я тоже там был. Ванюш был. Знаешь что? Говорю: я говорю, внимание, там махорой пахнет. Там хоть раньше шипром пахло, как-то вот было какая-то вот еще там что-то. Одеколон Саша, одеколон Наташа. Там ведь махоркой пахло. Ну да, это уже диагноз. Это уже что-то будет веселое, наверное. Но сейчас опять, по-моему, хорошими духами пахнет. Да. Я не знаю, так, наверное, да? Вот видите как? Духи прорываются. Теперь по демократии. У вас много было обсуждений по демократии. Я этим занимался вопросом профессионально, поэтому могу сказать, что вообще демократия раскрывается не через понятие власть народа, выборы. Демократические процедуры, которые, в общем-то, отработаны наукой, они представляют собой вот следующие компоненты. Демократия тогда будет действенной, и она будет работать, если есть первое – право на получение информации. То есть вы имеете право на получение информации. Я помню, мне прислали письмо из Тогоровского института там, войны, революции и мира, что в таком духе написали там: дорогой профессор, пишите данные, как у вас расходуется военный бюджет. Сколько идет на зарплату, сколько идет на покупку оружия, сколько идет на пенсии военным и прочее. Это еще было при Кебиче, кстати. Обратился там, был Николай Николаевич Костиков, первый вице-премьер, и все там. Ну, сейчас, Леня, сейчас посмотрим, я попрошу. Министерство обороны там связали, или там этого не считают. Вот. И вообще это военная тайна. Военная тайна. Еще если мы берем бюджет Германии, там даже показан размер пенсии там адмиралов, генералов. Все должно быть для выбора. Так сказать, документировано, абсолютно понятно. Потом как-то у нас тоже были встречи, так сказать, вот и вот такой вопрос возникал, и, кстати, я был в Беларуси по масс-медиа, сколько получает белорусский министр? Какова зарплата белорусского министра? Это, мы в чужие карманы не лезем. Какой чужой? Это за счет бюджета, за счет налогов. Это, ребята, это у вас чужое, это, в общем-то, наш карман. Почему? Нету этой информации. Ну, президент молодец, у него зарплата 4800 долларов. Половину зарплаты он Коле оставляет. Молодец, 50%. Только вот я тоже все время удивляюсь, там, в каких единицах он оставляет эти зарплаты. В рублях, или в долларах, или в евро. Потому что, ну, в рублях я не рекомендовал. Правда? Никто не рекомендовал. А второй вопрос, вот какой возник на эту тему, тоже, так сказать. Мы получили, мы вложили наши евробонды, мы пытаемся и получали деньги, кредитные деньги на Западе под 6,5%. То есть белорусские министерства финансов, белорусское правительство обратилось к странам Европы и Запада и получило под 6,5%. Кредиты. А те накопления, которые есть в валютном населении, сейчас они где-то 1,5%. Я спрашиваю, почему? Почему сын Рокфеллера будет получать 6% в Беларуси, а сын президента будет 1,5%? Куда смотрят КГБ? Куда смотрят, так сказать, политики, все остальные? Ну что это такое? Это друзья мои.
Я экономист, и я говорю, что это вы делаете такое, что такое интересно вытворяете? Они будут 6% у нас зарабатывать, а наши, те, кто сэкономил деньги, 1.5%. Так, то есть на получение информации. Если информацию не получаете, если нет системы предоставления информации, считайте, что демократия еще где-то впереди. Право заслушивания сторон. Это очень важная вещь, когда любая сторона, профсоюз, там, потребители и прочее, в другом органе там, принятия решений, власти, имеет право высказать свое мнение. Пригласили, сказал. Тебя могут не слушать, тебя там приняли к сведению, все хорошо. Эта фраза очень удобная, я вас услышал. Вообще всегда можно идти, я вас услышал. Ну и все, и еще увидел, да? Я вас видел. Ну, кроме заслушания, вы должны иметь право получения участия в обсуждении. То есть я могу высказаться, говорит, нет, нельзя. Ты можешь, вы можете высказаться по поводу пенсионной реформы в России? Можем, почему нет? Не особо. Не особо. Не особо, так? А по поводу пенсионной реформы в Беларуси вы высказывались? Не высказывался. А почему? Не дали площадку. Площадка вам еще нужна? Конечно. О, так. Само право на участие в принятии решений. Это вот самое главное, так называемое Mitbestimmungsrecht. Это демократии не будет, если не будет органов, если не будет структур, где предусмотрено право на участие в принятии решений. Участвуй. Это не означает, что вы, так сказать, своим голосом это решение как-то влияете. А вот следующее, это квалифицированное и простое решение, это einfache Mitbestimmung или квалифицированное Mitbestimmung. Это тогда, когда простое, одна треть, в любом органе принятия решения, одна треть будут представители ваших потребителей, там, рабочих, профессоров, кого-то еще, предпринимателей. Есть такие органы, где одна треть? Да и рядом нет, конечно. Так? А квалифицированное это когда будет половина, 50%. Скажем, на предприятии есть совет предприятия, и там 50% члена совета это работополучатели, 50% собственника капитала. Вот. Ну и это вообще уже редкий случай, это право вето. Но это до сих пор даже в странах Европы далеко так не продвинулось, не ушло. Где это есть? Где это есть? Ну вот до третьего года уже в Беларусь дошла. Все, уже рабочий может в совете встать, потому что это замечает. Вы складываете. Нет, вы понимаете? Вопрос, это риторический вопрос, или это вопрос про Беларусь? Просто я не знаю, как перевести, меня спрашивают. Это имеется в виду. В принципе, во всем мире, либо это вопрос только тогда. Я знаю, в каких странах это есть, законодательно утверждено, а вопрос к аудитории, где это есть. Потому что в Исландии это есть. В Исландии они собрались, сняли своего президента, когда был депо Исландия это часть Витебской области или Гродненской. Ну, это не так далеко от нас, если так. Да, да. Если до Китая доезжают, то Исландии Украина. Теперь, вот с точки зрения, скажем, чисто теоретической, что собой представляет наше вот в этом геоэкономическом, геополитическом диапазоне наш выбор и наше движение. Если это представить в виде системы ценностей и смотреть, я привожу то, что где-то в дискуссиях с экономистами Стокгольмского университета пришлось как-то высказывать, но тут интересно вот что было. Обычно в любой стране существуют эти вот аксиологические детерминанты, и они где-то поляризуются так. Вот, скажем, тут источник это цель прибыль, то есть в обществе работает экономика, которая ориентирована на прибыль, и она может ориентирована быть на социальные ценности. То есть справедливость, социальная, прочее, прочее, прочее. Так? А здесь может быть план. А здесь может быть рынок. То есть вообще, так сказать, мои коллеги, я этим занимался долго, и мы, так сказать, определенную систематизацию вот, аксиологического этого пространства, мы ее выделили, она оказалась достаточно удобной. А что там? Прибыль, ориентация на прибыль, на доходы.
И вот смотрите, Советский Союз, где он был? Это высокая ценность социальной справедливости и план. Вот где-то здесь вот Советский Союз, Совет Юнион, так? Где-то так. Так, где Гонконг? Ярослав Вячеславович, вы специалист по Сингапуру, Гонконгу. Где он? Прибыль. Он будет прибыль и максимальная реализация рыночных детерминаций. Вот без этого слова Швеция, я... у нас один банк, меня пригласили там выступить, и потом они подарили такой ежегодник. Ну, люди хорошие, симпатичные, девушки симпатичные, тоже там работают, договорные. Они выдали ежегодник, и там открывали там карты Европы. И что вы думаете? Там Швеция стоит, ну где надо стоять, а на месте Швейцарии написано Швеция. Две Швеции, да. Но я спросил, что уже как-то так поменялось, что я не доехал до этого дела. Да. Ну, здесь, да, пускай Швеция будет, Швейцария, да? Где-то так. И вот смотрите, Беларусь, она находилась вот здесь, когда был СССР. Беларусь, так? И вот вопрос, это вопрос теоретический, вопрос, так сказать, практический. А куда нам двигаться? Может быть, определимся с нашей точкой расположения, чтобы знать, куда двигаться? Ну вот, она социальной справедливости, она чуть сюда переместилась, вот так вот здесь это можно сказать. Потому что, так сказать, инструменты, планы еще есть. Кто-то отменил в Беларуси план? Минский горисполком отменил планирование, да? Было такое? Сейчас фактически планирование такое макроэкономическое. Но каких показателей как раньше заводили 5 лет назад? То есть оно дирижистское, оно напоминает это как он. Ну, это... и вот, значит, во времена Ельцина, когда случилось... вот эта большая, так сказать, идиосинкразия по поводу того, куда двигаться дальше, а Борис Николаевич, он был очень здорово поражен, когда он уехал в США, и там увидел в супермаркетах 10 тысяч товаров. И он спрашивает, с ним тогда полетел, по-моему, или Бурбулис, или кто-то из самых его близких, 10 тысяч товаров. А самое интересное, что потом в 90-х годах, когда у нас не было гипермаркетов, и мои коллеги проводили, Жанна говорит, проводили исследование маркетологическое и выясняли, так сказать, какие типы магазинов белорусы будут принимать больше всего. И вы знаете, что меня удивило? Что белорусы не верили, что могут быть магазины европейского уровня. Ну не верили этого в 90-х годах, еще до гипермаркетов, вообще это не было, они абсолютно не могли поверили. Сейчас поверили, поэтому сейчас 86% считают, что стали жить лучше, да? Наверное, где-то так скажем. Это... Да, так вот, то, что касается движения. Вот Советский Союз мог пойти по пути французского дирижизма, мог уехать в шведский вариант. Но вот сюда, где-то в Сингапур, эту такую разнузданную, рыночную, свободную, да? Ну не могли, понимаете, как-то... Ну это сделали отдельные личности, типа Чубайса. Ой, вы еще не трогайте. Не трогайте, ваш любимый. А вы хотели Бородин, Да, что вы хотите? Дальше Ходорковский, Абрамович, да? Вот они как раз вот такие они, вот такие вот где-то вот сингапур-гонконгские, так сказать, где-то вот. Не, самое интересное было не это. Самое интересное было, когда вот как Беларуси двигаться, идти по вот этой, так сказать, траектории. Я говорю, вы знаете, что у меня такое впечатление, вот, что в Беларуси на там, каком-то этапе трансформационном надо просто сюда переместиться. А мой коллега, профессор из Стокгольмского университета, говорит, Леня, ни в коем случае не думайте вот куда-то сюда двигаться, потому что вы сюда двинетесь, а мы уже здесь будем. Поэтому не ловите эти, так сказать, мифы. Не делайте так, как там по модели, там какая-нибудь модель, там шведская модель. Ребята, это их модель. Делайте общество, экономика ту, какая вам будет удобна. Взятка не больше 500 тысяч долларов. Откат за год тюрьмы не больше 5 тысяч долларов. Что еще, да? Взятка раз в год. А? Взятка раз в год. Взятка не больше. Приживешься. Не чаще. Да.
Нет, ну меня убедили, а что это? Штаты взял, взял. Я смотрел последние, ну не последние, я смотрел коррупционные дела. Значит, я нашел. Минимальная коррупция $3. $3. Это фельдшер, который выписал рецепт на какое-то лекарство, где были какие-то наркосодержащие, не то сало, не то... Нет, коробка конфет. Я вообще предложил, да, потому что обвиняют коррупцию это ГАИ обычно, и школы, и врачи. Я предложил сделать фонд конфет общенациональный, скажем, где-то 500 тысяч коробок конфет, и передавать их врачам, врачи передают милиционеру, милиционеры передают Когда я учился в институте, у меня был друг Гена Хвича, он сам из Абхазии, из Грузии. Люди у нас все хорошо живут. Все хорошо живут. Ну, вообще, на работу устроился, зарплату я не получаю. Зарплата не назначает. Я сам должен зарабатывать. Никто у нас, ты что, ходил, выписывал зарплату себе, ты что, это смешно, просто не задержал. Говорю, а как же вы живете там? Да все хорошо живут. Ну, говорю, ну давай посмотрим, экономическая теория, где берется этот, так сказать, P-штрих или там N-штрих, или откуда. Вот он долго задумался, вот, но потом все-таки нашел ответ. Леня, это как писала Роза Люксембург, это внешние рынки. Помните Роза Люксембург? Это теория внешних рынков. Да, так вот, вообще я, кстати, я не думаю, что это не творческий ответ. Очевидно, мы должны находиться вот где-то в процессе выбора решений, в сбалансированном состоянии, когда у нас это все правильно, когда у нас будут и вот эти векторы, и социальные справедливости. Белорусы вообще, начиная с 90-х годов, вот то, что делали социологические исследования, у нас были две съемные группы социологов. Это Вардамасского и Манаева. Сейчас Вардамасский в США живет, Манаев живет. Нет, Манаев в США, да, Вардамасский в Польше. И вообще социологов уже не осталось. Как ни парадоксально, благодаря тому, что их давили, была нормальная социологическая, так сказать, в общем-то, исследовательская база. Сейчас я не знаю, кого сейчас посмотрите. Ну, Ротман. Нет, ну, Ротман. Ротман делает то, что надо делать. Понимаете, уже. Если в стране нету опроса после выборов, как он называется, экзит-пола. Если нет экзит-пола, ну чего бояться экзит-пола? Ну чего бояться? Ну там вообще страх какой-то, да? Причем. Самое смешное, что все социологические исследования должны пройти экспертизу и быть утверждены там в Академии наук. Да, видите, уже меня останавливают, он боится, что ли? Это в полу боится. Да, так вот, практически белорусы, они предпочитают социальную справедливость. Белорусы боятся экономической конкуренции, они боятся вот эффективной экономики, боятся прибыли, ну, с точки зрения чисто-теоретической ориентации, если сделать. Это один из парадоксов. Потому что белорусы голосовали на парламенте, на прочих выборах, они голосовали в пользу социальной справедливости. Вот в чем парадокс. И поэтому предприниматели, все, что касается рынка, для них это не самое важное. Для них не самое главное, не самое интересное. Но думать, что так и будет дальше, это было бы неправильно. Потому что если нет экономической эффективности, то там справедливость не получится. Просто не будет самого, так сказать, самого продукта для этой социальной справедливости. Ну и завершая краткий обзор, я хочу сказать, что белорусский вариант стратегии социально-экономического развития, он пока не артикулирован. Его пока нет. Понимаете, то, что происходит сейчас в институтах власти, когда там декрет, вводят предпринимательство, там что-то еще, это стратегически, это как на сцене бегает, так сказать, главный герой бегает на сцене и кричит, а где правда, где справедливость? Нет. Этого нету.
Это может быть, а может не состояться абсолютно. И тогда мы будем находиться в состоянии неустойчивого равновесия. Тогда наш сам общественный механизм, он не будет работать на вот эти, так сказать, важнейшие ценности. И что еще очень важно, мы будем крутиться в таких кругу проблем. Как открыть магазинчик, как открыть, так сказать, там, или заняться бизнесом и прочее, прочее. Хотя уже пришло время интегральной интеллектуальной экономики, в которой вообще проблема пенсионного возраста вообще решается. Она вообще должна быть снята с повестки дня. Люди сами должны, мы можем установить какую-то народную пенсию типа $100, остальное люди сами, создавая свой, так сказать, свой капитал, не капитал, создавая свои ресурсы и прочее, должны делать. Как-то месяц назад меня пригласили на московское телевидение, там прямой эфир был. Я говорю, так что, собственно, что вы рекомендовали как экономист? Я говорю, первое, это умирайте раньше пенсии, чем было. И как, Валентинович, как вы так? Вот так вообще. Второй вариант, либо думаете о том, какой вам создать, так сказать, свой фонд жизненных средств, какой капитал. Вы можете купить квартиру, сдавать ее в аренду, вы можете, что там еще сделать, купить картину. А где Игорь Иванович делать? Рембрандта или Дали. Вот скинуться, скажем, в союз предпринимателей Витебска скинется. И купит 20 квартир. 20 квартир Шагана. Или одну Рембрандта. И будет сидеть в нее, ждать, пока она будет капитализироваться. А еще пенсионный возраст лет 90 и тогда нет проблем. Ну, видите, как сейчас не мое время. Пенсионный возраст человек сам должен определять. Абсолютно. Если у него есть источники дохода, если он сын Рокфеллера и может Беларуси давать кредит по 6%, так зачем ему пенсию? Зачем ему пенсию? И вообще понятие работы это уже не то. Работа, она уходит. Это вот будет монотонная какая-то, наемный работник, все. Вот Ярослав никогда не был наемным работником. Вообще, моя к вам рекомендация. Это уже серьезно очень. Не идите по такому пути, чтобы жить на пенсию, это первое. Второе. Никогда не работайте по найму. Денег не будет. И третье. Никогда не живите в одной стране. Все.